О, Фокси, привет. Привет. Так, да? Я телепортируюсь. Да как так-то? Окей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Серега, Dark Dragon, Крошка-крошка, Васаби, простой человек, пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Всем приветики, омлетики. Я из будущего. Сегодня мы играем в Гаррис Мод и скачали классную карту, называется Лабиринт. Карта, кстати, вышла сегодня. Если опять кушайте, приятного аппетита, а у нас догонялки и прятки в офигенном лабиринте. Я сегодня буду играть за аниматроника. Погнали. Пацаны, даю вам 10 секунд для того, чтобы вы немножко расслабили булочки. То все. Спасибо. О, я вижу жертву. А в каком она скине? Жертва? Да. В скине охранника. А, плохо это не. Ну, так как мы умеем очень красиво играть. Я вижу конченого рыжего лиса. Так, 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 так. А вон он бежит, бежит. Стенка. Пацаны, вы не видели пацанов? Так, 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 все так бегают быстро. Я вообще кого-то убью сегодня? Нет. Нет. А че вы так думаете? Да потому что мы знаем. Я, блин, типа затылка хотел дать Дима. А вон он. Вон он бегает. А, слышь, Серега, да? Я вижу Диму. Давай. Бешеный, еще кричит. Привет. Пускайся. Я вижу Серёгу. Дима, вижу. Димочка, поймай. Серёга, Серёга, ты мастер паркура, я вижу. Ну, а здесь можно пройти. Да блин, чуть-чуть бы и убил, вы видели? Еще чуть-чуть красиво подловил бы. Я специально соблюдаю очень большую бдительность для того, чтобы пацанов замочить. Видишь камеру, Серега? Над тобой почти. Нет. Так, 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 пацаны. Я гений просто. Мне интересно, я убью кого-то в этой серии или нет? Я возьму лазерный меч от третьего лица, чтобы смотреть, как Дим. Не, ну тогда, только использовать его нельзя. Не, я потому не что и так тяжко очень, пацаны. Я думал, не буду использовать. Думал, будет я полегче. Бля, я вижу, как там бегают все. А я под тобой, я под камерой. Ну все, иди, беги. Насколько там. Насколько я помню, еще этим аниматроникам надо хорошо прицеливаться прям. Четко, а чтобы убить. Все близко, он вообще пахнет. О, я вижу, Фокси бежит. А где он бежит? Можно им? Так, надо использовать вот очень высокий IQ для того, чтобы их убить. Ой. И не падать в дверь. Не падать. Это было близко. До свидания. У меня Димас хочет увидеть тоже убить. Я буду убивать всех, кого вижу. Давайте телепортируемся наверх, чтобы увидеть, где кто находится. Сережа, привет. Вижу, вижу, вижу жертву. Ну, Серега, давай я буду чисто тебя убивать одного, смотри. Давай. Ты готов? Сейчас я умру. Вот он бегает. Блин, я думал, будет полегче, ребята, но у нас сложно. Там все подписал, сам придумал карту, чтобы было весело, а не убить никого не могу. А это просто мы проектировали карту, Дима. Мы знаем тут все нычки. О, Фокси, привет. Привет, так, да? Я телепортируюсь. Да как так-то? Это было самоубийство какое-то прям. Привет, Дима, как там? Нормально, нормально, ребятушки. Все красиво. Я с тобой буду, люди. Он за мной гонит, я прав? Он за человеком-паучком гонит. Дима, хочешь скажу, здесь никого нету в этой зоне. Да, я знаю, я видел тут только что кого-то. Перед тобой, Дима. Быстро. А, до свидания. Все, я пошли. Блин, да как убить вас-то? Да никак. А вот так. Это сложно. Дима, короче, если ты за минуту никого не убиваешь, я подключаюсь и тебе помогаю. Да, я не знаю даже, Серега, мы, наверное, никого не убьем с тобой. Ты есть! Ну, вот, чувак не поддался. Он не поддавался, он сам проиграл, все по-честному. А я знал, хоть кого-то убить-то надо, ну. А, до свидания. Ну что, пацаны, еще один аниматроник. Теперь нас двое, тебе будет настолько легче, насколько это можно. Я думаю, это аниматроник, а это челик. А где ты, крошка-крошка? А он будет сейчас на крысу вас убивать. А, вижу, все, я тебя вижу. Фига ты, блин. Ё-моё. Максим, зря, ой, крошка, зря ты говоришь это ему свое местоположение, потому что сейчас он сольется и прибежит и тебя убьет. Тем более, можно телепортироваться, но с опозданием, но можно. Хочешь, я давай.
Дима, вас все больше становится. Уже нас трое, ребята. Ну что, сейчас в конце будет 6 аниматроников и один выживший. Так что досмотрите ролик до конца, будет очень интересно в конце. Как за всеми там следить? Тогда. Слышь, а карта очень запутанная, да? Ага. Прям вообще непонятно, что с кем, для чего, в каких целях. С чем ее есть, с чем ее пить. Красиво, ребята, еще бы чуть-чуть не убил его. А ты не заметил, да, мне со спины? Круто, круто, мне нравится. Ребята, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, ролики выходят каждый день. Стараемся записать что-то очень интересное и прикольное. Серега, знаешь, что ты скоро умрешь? Да ладно, прохладно. В одном месте. Я думал, как... Серега вообще последним убьют. Димаш, как ты да. вообще кого-то Потому убил? Что я это уже определил себе. Вот сейчас я говорю, что да, я так вот. Серега! Да. Приближается твоя смерть, потому что нас еще больше стало. Ну, я жду, жду. Ну не переживай ты, конечно же, мы тебя убьем. Остался я, крошка и драгер. Да? И я. А убил. Что вас так много? Я ж вроде поубивал там. А, ну, смотри. Убили вас обе скромника, Кайра, простого человека. Все. Троих, да, по сути. Ну, 4 на 4 сейчас. Драгон, я тебя найду. Ну, попробуй найди. Серега, я хочу тебя прочитать, как я люблю это сделать заранее. Нет, я буду, знаешь, по-разному бегать, что ты меня. Да это так не сработает. Больной. Работает. Я там мугус хуёк. А чё, он тебя нашёл? Не, я мугус. Серёга прямо на человека приземлился, это было чётко. Минус. Опа, минус Киока. Отлично, отлично, ребята, молодцы, сегодня у нас играют лучшие аниматроники. Я это видел смертельно. Ножки портировались. Серега, как я тебя читаю? Да, это я был. Я прям ждал тебя, что ты выйдешь. Знаете, как я знаю Серегу уже за сколько лет? О, а ну поехал уже мертв был. Да. А мы что, мы же телепортироваться? Да, могут. Да, ну с большим опозданием, тупое телепортирование. Драгон внизу сидит. А это вообще, ну... Драгон в одном из домов сидит. Да, я с домов сидел. Да, так мы сейчас тебя найдем, сыкун, очкошки, вонючий, иди сюда. Это крики у нас. Где вы? А че я не могу убить этим Куёка, че такое? Он же умер. А, он умер. Понял, я вижу этого вонючего щупальщика. Сквидварда. Я только залез. Так, ребята, подлавлю. Какой там пиво-упак надо взять? Ладно, не упасть. Главное, не упасть. Ну даже если уходим, то что страшного можно что делать? Пока подожди, подвижу меня. Так, подождите, где он тут где-то ходит? Я же видел. Спасибо, ну, иди сюда. Серега, давай, беги. Серега. Ты могёшь. Да. А вот ты, вот ты. Смотри, давай, Серёжа, ты сможешь. Крошка, вообще такой, бэм, пробежал, раз, так, два, подожди, а где Серега? Он же был только что вот здесь. Я, вот, прыгаю. С хуёка бегали вместе. Вот только с хуёка. Так, телепортируемся наверх, смотрим, где Серега. Вот он. Вижу. Вижу Серёжечку. Я представляю, где. Где ты можешь представить? Не возьмешь ты меня, нифига не надо. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, замочу я сразу, быстро тебя. Я веселый таракан. Ля-ля-ля, я веселый таракан. Давайте прихлопнем уже таракан. Нифига ты не попал, от тебя я убежал. Серега, это все временно. До поры до времени ты доиграешься. Ты играешь, Серега, с огнем. Ты играешь с огнем. Вот и говно. Вот и кто упал сюда. Просто умер. А нет, я живой. Какой. Вот он перед. Они живые, пацаны. Максим, сзади.
Дима пытается меня убить, но нифига. Да. Но тяжело, Серега. Очень тяжело, не буду спорить. Я вижу. Ландшафт карты. Очень. Так какой его изучить? Это такая запутанная кабака. Серега, ну пожалуйста, ну иди сюда. Убью, Серега, да, сзади прям бегу, убью. Давайте тоже бегу, хватит прятаться. Я прибегаю что-то. Ты не бегаешь, ты летаешь за пробкой. А, так это он же. А он где-то заныкался, да, на крысу сидит? Да, он на крысу сидит. Кстати, я знаю, Dark Dragon всегда любит применять тактику крысы. Скажи, а что бы и нет, да, если она рабочая? А какой у него этот скин? Я спецназовец. Так, если бы я был бы Dark Dragon, куда бы я запрятался? Я бы спрятался в углу. Он где-то в темном месте. Вот как я это, это перевел внимание на Драгона, а то он сидит, что-то там, беги, Серега. Да-да-да, я ищу, я его найду, ребята, это ж не я буду. А то Дима только за мной, да и за крошкой-крошкой бегает. Ну тяжело убить вас, пацаны, вы наиграны, тем более карта запутана. А если я удалю проб, что дальше будет? Выходи! Удалил, все. Выходи и бегай с нами. Ну. Все, я бегаю. А то если ты не будешь бегать, тебе придется вырезать с ролика. Да, хорошо, где ты бегал? А где бегал? В лабиринте городском. Ой, блин, это наш. Я уже хотел замочить. Блин, ну сложно. Это я. Ну прикольно, да, получается? Да, ну у нас по сути трое осталось. Только я нечестно чуток сижу. Ну крыса. Пятеро и крыса. Троих. Да все равно найти надо. Нет. Крошка, последние твои слова, я нашел тебя. Привет, пока. Серёжа, здорово. А блин, один может сидеть. Вот, ты, блин, там аниматроник пропустил. Ей, мать. Какой? Да, как где? Да блин, да где все? Вот он, я бегаю, я вижу двух-трех аниматроников. Вы что делаете? Пацаны, усложняем уровень. Давайте Five Nights at Candy's 2 можно брать. О, мощь, ребята. А вот теперь, вы уже не отвертитесь, потому что эти аниматроники намного быстрее. Вот это эволюция, Фокси. Не учел одного, Дима. Они прыгать не могут. Точно. Знаешь, Серег, это из-за эволюции этих Фокси медленных, быстрых аниматроников. Зато не быстрее. Крошка. Красиво? Сережа. Очень. Ну что, пацаны, давайте как в конце сделаем красиво. Битва аниматроников. Каждый сам за себя. Но нельзя возрождаться. Умер, проиграл. И ждешь других. Дима, а если я остался? А ты еще живой? Да, остался я. Пацаны, вы что, не знаете, что делать? Ой, извини, обстоятельства. Смотри, крошка и васаби скромник выбили, друг друга убили. Это что, ничья получается у них? Я что, получается, с кем там дерусь один, да? Сейчас с кем-то. Или еще бегаю? Нет, ты ж этот. А ты где? Сидишь еще в дырке где-то? Все, остался. Я уже сижу где-то с вами, смотрю. Он, ты бегаешь или сидишь? Да, он сидит. А где ты бегаешь? Ну вот, здрасте, вот привет, аниматроник. Это Сережа. Так я его не вижу. Я тоже, он тебя не вижу. Я его вижу. Вижу тоже. Вижу, это... Так, подожди. Он снизу бегает. Да? А, он специально не палится, да? Он наверх залез. Нашел его. Так, подождите, все суетятся, бегают, а его не вижу. А я, кажется, понял. Он упал. Вижу. О, спил. Красиво, Серега, молодец. Я сколько смог держался. 3, 2, 1. Битва началась. Уйди! Так. Dark Dragon, Серега еще живые. Да. Мои конкуренты будущие. Так. Минус проскочил. Еще так, Серега пока есть живой. Но всегда у нас будет с ним битва 1 на 1. А почему 1 на 1? 3, 2, 3, ну, 3, ты 3, сейчас 3. Проиграешь. Нет,
нет. Да ё-мо... Я упал и не смог убить. Ё-молодец. Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и посмотрите мои ролики. Ещё.